Новым главным тренером футбольного Енисея станет Александр Тарханов. Эту информацию нам уже подтвердили в клубе. Новый наставник сейчас в Москве, но уже в понедельник он встретится со своими подопечными. Тогда же подпишет контракт. Я напомню, Александр Тарханов – уроженец Красноярска. Свою профессиональную карьеру футболиста он начинал в местном «Автомобилисте». Позднее играл в ЦСКА. С 92 года Тарханов тренирует футболистов. Почти 600 игр он провел как наставник. Причем почти половину из этих матчей команды под руководством Тарханова выиграли. Thank you.